Приветствую, дорогие зрители и подписчики моего канала. Как всегда, я Супер, и мы будем продолжать играть в игру под названием GTA San Andreas Multiplayer. И сегодня мы на сервере Diamond RP, Emerald, точнее, ну не Reddit, а Emerald. И я вот дошел до шахты, мы сейчас будем работать за грузчиком, можно так сказать. Вот, я уже поработал и получил уже 4000 долларов, и у меня сейчас на руках 7000 долларов, я их работал при помощи оружейника, да. Сейчас я один играю, думаю, нормально будет. Сейчас соберем мешок. Здесь я думаю, постараюсь накопить на второй уровень, у меня сейчас 3 очка опыта. Ну, осталось еще 3, и я буду работать таксистом или автобусником. Вот. Потом надо еще поработать аквалангистом, можно, в принципе, поработать. В принципе, тоже хорошая игра. Интересно, точнее, можно так сказать. Вот. Там зарплата была больше, чем здесь, но там надо просто очень долго плыть. И надо к нему покупать специальные снаряжения. Вот. Так что да. Сейчас заработали уже 200 долларов, ну нам где-то надо, не знаю, еще где-то, ну думаю, 3000 долларов. И тут дают одно очко опыта, если вы сидите в игре один час, то есть я без АФК. Сегодня ночью сидел, и у меня уже 2 очка просто есть уже. Вот. Еще 3 осталось. В принципе, это будет очень легко добить. Вот. Если много играть, либо АФК стоять просто. Сейчас пока мы зарабатываем деньги. У нас уже скоро будет куча денег. Вот, и я помню, я давно играл без, давным-давно вообще, когда у меня канала даже не было, в эту игру. Там я тогда уже был прокачан, у меня было 100 тысяч денег, да, 100 тысяч. И у меня был гараж, у меня был дом, машина была, вот. Ну, сейчас у меня почти ничего нету, я начал считать с самого-самого начала. И если будете заходить на этот Diamond RP Emerald, то, пожалуйста, напишите мое имя, вот, супер ютубер, вот, это я, то есть добавьте меня, после 4 уровня мне начислится всего что 10 тысяч долларов, вот, ну, точнее, от вас ничего не заберут, это считайте, заберут от, от государства, можно посчитать так, вот, сейчас на складе угля уже 150 тысяч, килограммов, то есть это уже 1 тонна, почти можно посчитать. Несколько тонн. 15 тонн можно так посчитать. Мы пока собираем уголь. Вот. И еще уголь, я так посмотрел, рандомно. То есть если 41 килограмм угля умножите на 2, то есть 82 доллара мне дадут. Это на 2 доллара больше, чем в оружейке. Вот. Да и как бы можно, если у вас будет, к примеру, 32 килограммов угля, то у вас будет, ну, на 2 умножьте, 64 долларов. То есть иногда много, иногда мало. Иногда у меня было еще 86 долларов, то есть на 6 долларов больше. То есть и тут есть и прибыльность, да и как бы хорошо. И тут нету как в оружейке, к примеру, вы сделали бракованную деталь и так далее. Тут все просто бегом. Надо просто бег прокачать, если вы умеете бегать в GTA-шке. Нет, тут бег нельзя прокачать, но просто вы должны уметь бегать. То есть, да. Вот так прыгать, вот так собирать и пробел зажимать вот так, чтобы по-быстрому бегать. Вот. Да и как бы тут брака нету, и у вас ящик не падает. То есть, если вы когда взяли мешок, нельзя shift, то есть прыгать. Если прыгнете, то вы уроните мешок. А так-то тут все хорошо. То есть здесь вы больше заработаете, чем в оружейке. В 10 раз, можно так сказать. А то в оружейке большинство времени бракованное оружие делаются случайно. Вот. И за них денег не дают. То есть надо обратно идти к столу,
взять оружие, потом на втором столе заготовить заготовку. Вот. Ну, то есть это тоже очень сложно. И иногда не получается у людей, так что лучше работать здесь шахтером, либо лесопильщиком. Я лесопильщиком без записи тоже играл. Это 3000 заработал долларов. Но я вам так скажу, шахтер или лесопильщик, вот это две профессии, где хорошо здесь зарабатывать на начальной стадии. Оружейником тут вряд ли вы получите большую зарплату. Вот, потому что вы столько времени потратите, а шахтер или лесопильщик уже заработают по куче денег. Вот. И вот еще можно работать лесопильщиком, но там нельзя бегать, то есть со всей скоростью. Да? Как вы возьмете тележку со 100 килограммов древесины, то есть да. Ну там тоже легко, если ровно стать на кругляшочек. Вот. А шахтеру можно тупо вот сюда надо пойти и потом вон туда, и все. Как бы. Это очень просто и легко. Вот. Ну, плохо, что тут нет еще таких других профессий, к примеру, как шахтер, там, добывальщик, потому что тут добывальщика, по-моему, вряд ли есть. То есть нету. В других серверах, может быть, есть. Там, типа, киркой ты ходишь и ломаешь блоки. А, например, игрушек, например, вот как мы сейчас поднимаем, а то и непонятно, кто добывает. Эти роботы, что ли? Но тут они не работают, считайте, вот это все текстурки просто. Вот. Так что, да, не продумано немножечко. Вот, уже 1000 долларов накопили, давайте 2000 накопим. Вот. Вот, и обязательно пишите мой никнейм Супер Ютубер. Нижнее подчеркиваю, Ютубер. Также у вас там ничего не заберется. Только на 4 уровне мне дадут 10000 долларов. То есть, ну если вам не жалко. Если жалко, то можете никого имя не ставить, чтобы никто не смог получить 10000 долларов просто так, с государства. Большой красный. Вот. Она такое мясо. Я пока второй уровень. Я хочу нет, не второй уровень, точнее первый уровень с тремя очками опыта. Но мне надо еще 3 очка. Ну, сейчас посмотрю, МН напишу. Отправлю этот мешок. Вот. Уже 160 тысяч угля. Килограммов угля. Стоп, давайте проверим. Пишем МН. Статистика игрока. 3 из 6. То есть еще мне надо 3, чтобы стать уровнем. И да, мне типа вот возраст указал. Законопослушность 3. То есть никого не нарушал. Вот. Дата регистрации только вчера зарегистрировался. Вот, так что да. Но пока все хорошо. Но сейчас эта машина нас задавит. Надо отходить отсюда. Вот. Потому что пока все хорошо. Сейчас осталось уже 700 долларов, даже меньше 700, 604 доллара. Вот. И потом, думаю, не знаю, закончим, либо в вокзал пойдем. Вот. Ну, сейчас посмотрим, как все будет. И шахтер работает, как вы побежите, надо просто прыгать. Просто прыгать. Вот. А когда только возьмете мешок, просто бежать, вот. Чтобы энергию скопиться и быстрее бегать. И ни в коем случае не останавливайтесь. Потому что без разницы. Если вы остановитесь после времени потратите, вот видите, переотдыхает, вот. Мой тоже переотдыхает. То есть это вам ничего не даст. Никакой прибыли не даст. Просто вы времени просто так потратите. Вот, как по мне. Вот. Потом я понял, я работал таксистом и автобусником, ну, на другом аккаунте. Вот. Автобусником я работал где-то, не знаю, 2-3 раза только, чтобы просто попробовать. И я там заработал всего что 2000 долларов, то есть очень мало. Вот если эти все три присоединить и считайте такси,
сам в аренду $500, то есть $500, если вы выйдете, все, машина пропала, вот, и считайте только прибыль $500, точнее, и все, да. Но мне, я помню, повезло, там один чувак, когда я ехал, какой-то был богатый, написал: быстро убегай от полиции. Ну, я убежал, он мне дал $10,000. Ну, потом полиция меня споймала, ну, и ничего не сделала, потому что, что, я таксист, это моя обязанность, это моя работа, можно так сказать, я так им написал, и они меня не посадили в тюрьму. И да, я еще в тюряге сидел где-то, по-моему, не знаю, сколько, 4 раза, по-моему, по... 10 000 секунд, не знаю, ну как-то так, вот. Считайте, 30 000 секунд я в тюрьме сидел, ну считайте, 3 года, можно так сказать. Ну это в другом аккаунте, я тогда был о, смотри, видите, баг, незаконопрослушный был тогда, всех убивал просто. Я тогда, помню, лицензию на оружие купил и... купил в Лос-Сантосе пистолеты и так далее. И всех просто стрелял напрочь. Ну, круто тогда было, на самом деле. И потом я в аренду такси взял. То есть в мэрию пошел, поменял работу. Таксист взял, с пистолетом поехал. И я поехал к этим, как называется, грузчикам, не грузчикам, дальнобойщикам, да, дальнобойщики. Он видел одну машину, где 100 тысяч груза перевозила, то есть дерево. И я его взял просто и бабах взорвал, ну, при помощи пистолета. Вот. И он там мне что только не писал, плохие слова, но потому что он столько денег, считайте, потратил, и никакой прибыли, вот, и ничего не возвратилось. Я ему просто машину взорвал, и он там успел выйти, я на такси уехал. Вот. Можно еще за банду сюда зайти, за полицию, за охрану мэрии. Вот. Ну, я пока просто грузчик. Ну, посмотрим. В будущем мы можем стать миллионерами, да? Вон, видите, куплю дом. Бюджет 40 тысяч. То есть, да, еще тут можно дом покупать, гараж покупать. Вот. Большинство здесь машина арендует на один день. Только на один день. Вот. Можно еще их покупать. Ну, покупка очень дорогая. Я видел только велосипед, да и то он $10,000, считайте. Ну там еще можно скоростью быстро кататься. Вот. Сейчас я просто бегу. В следующей серии, думаю, мы будем с Борисом, посмотрим как. Нет, вчера я был Борисом, но без записи просто играли. Вот, ну сейчас с записью играем, бегаем туда-сюда. Вот. И я вчера сдал на права, то есть сдал на права без записи тоже. То есть вчера я что? Я заработал $2000 в... О, видите, велосипед купил. Дом купил и потом велосипед. Ну, гараж, точнее, за 100 тысяч, вот там, самый дешевый. Вот. Мы с Борисом просто ходили, без записи играли, там в оружейке немножко оружие сделали. Вот. Надо, если встретиться, надо ему дать где-то $500, потому что у него там ничего почти нету. Вот. Он, во-первых, сдал права, ну, точнее, я первый сдал, но потом он второй. Но его там успели убить. Он там попутешествовал, его поубивали там миллион раз. Вот. Ну, он успел и второй раз прийти. И там, в принципе, сдать на права там $0 принимать, то есть бесплатно. Просто надо знать закон. Вот. Сейчас я пошел. Да, уже накопил 2000. Давайте сейчас еще последний раз. Все, думаю, мне хватит. Уже я где-то 6 тысяч заработал. Просто уже подустал. Уже пойдем. Все, закончимся. Да? Все. Идут мне на счет. Все. Это можно сесть? Нет, нельзя.
Сейчас давайте этого попробуем ударить. Ладно, не надо, да? Вот. Давайте сейчас посмотрим на счету у нас сколько. Это уйди, уйди. Информация о счете. Ноль, блин, ноль. Ну пока не поступили деньги. Ну ладно, а с вами был я, Супер. Не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк на это видео. Мы работали за шахтера, ну или как там. Ну да, шахта считается шахтер. Вот. Так что всем удачи и всем бай-бай. Да, потустал немножко.